Хей, йога и сумешники, мы сегодня поиграем в игру под названием Rage, да? Уже скоро, через, получается, месяц. А сегодня у нас 6 число. Получается, должен, ну, ладно, там, может быть, немножко больше месяца, либо меньше месяца, не знаю, там, 22-го, да, но, кажется, игра выходит, Rage 2. И поэтому я, типа, решил пройти до второй части и первую часть, поэтому поехали. Да, конечно, у нас... Так, давайте сразу настройки, видео. Ага, разрешение, режим, сглаживания нет. Умная, вертикальная синхронизация. Включить. Так, кэш текстур. Малый, большой. Детализация текстур включена. Фильтрация айзотопии высокая. Транскорд. Мне главное... Тут, по идее, должны быть эти еще эффекты, знаете, типа, как они называются, размазывание. Мне нужно ее выключить. Это или это есть вот этот транскод? Детализация. Так, подожди, как мне сохранить? Окей. Вы хотите сохранить? Да, сохранить. Хорошо, клавиатура мыши. Так, я время идет. Управление. Ну ладно, с управлением мы разберемся по пути. Геймпад. Ой, ой, стой, аудио, аудио. Мастер, голос. Субтитры включены. Все хорошо, отличненько. Компания. А что там еще есть? Загруженный контента у нас нету. Новая игра, выбор сценария у нас еще есть. Скорее всего, это все у нас уровни. И тут, по идее, должны быть... Да, 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 вот. Вот это DLC. Ну, DLC, я не знаю, там, может быть, в одну игру вместим. Я не хочу разделять на вот эти, как в Borderlands. Borderlands, понятно, потому что оно там больше все. Да, хорошо. Уровень сложности... Давайте средний. Я не хочу, типа, низкую, да, типа, очень легко будет. Высокую тоже не хочу. Понятно, что здесь есть очень высокая и ультра... Ультра-кошмар, скорее всего, где у нас будет мало патронов, где нас будут ваншотить. Нахер это все нужно? Ой, как громко. Я, на самом деле, хотел пройти данную игру. Еще... До столкновения с Апофисом 100 секунд. Года полтора. Атлас, на связи 1134. Проверка. Ну, полгода где-то, ладно, так уж быть. Но я ее не прошел из-за того, что... 4, текстуры, просто из-за текстуры я решил, нахер надо. Идет подготовка к заморозке. Ввожу нанотриды. Есть. Система анабиоза готова. Система погружения, готовность 97%. Короче, летит походу на Землю этот громадский метеорит. Он где-то как 1/5 Луны. Все ковчеги вновь, пошло погружение. 1-1-3-4, есть. Цели подтверждены. Музыка очень хорошая. Входим в стазис. 1-1-3-4, отбой. Чисто все на левое ухо. Чисто музыка вся на левое ухо, а звуки обычно типа... Голоса типа на правый и немножко на левый. Ну, понятное дело, что уж большинство поиграли в Rage, да, это у нас постапокалиптический, так сказать, мир, как Mad Max. Mad Max точно нужно будет уже пройти когда-то там. Я не знаю... Говорили, что будет вторая часть или нет. Не суть. У нас, короче, тоже здесь апокалипсис. Рейдеры, всякие херы. Если вы смотрели Mad Max, то вы понимаете, чем я. Хорошо, у нас, типа, походу, вылет игры, да? То, что у меня подзагрузочка идет. Проект Эден. Ковчег 437. Год 101.6. Слышите? Биты, биты. Зафиксированы внешние повреждения. Криогенные камеры в опасности. Камера Омега-5 приведена в действие. Экстренная активация нанотрита. 3, 2, 1.
Контроллер нанотрита приведен в действие. Можно полоски убрать вверх. Разблокировка затворов криогенной камеры. Температура внутри ковчега штатная. Перезагрузка внутренних систем данных. А, видите, да, вот проблема. Смотрите, мышка, да, скорость именно здесь. Сохранить такую калибровку. Да. Идет сохранение, не выключайте компьютер. Все системы нанотритовой биостимуляции активированы. Нанотрит активирован. Пипец. Текущие координаты неизвестны. Удаленный радар. Графика. Проводится полная диагностика. Не будем забывать то, что у нас все на максималке. Герметичные затворы разблокируют. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован. Да заткнись уже. Мешаешь музыку послушать. Слышите звуки эти? Да заткнись! Информации. Заткнись! Говорит президент Дэвис. Вы, добровольцы Ковчега, наша последняя надежда, наша жизнь. Да я один остался. В ваших руках судьба человечества. Никто не знает, что ждет вас после пробуждения. Нахер слушать? Давайте просто откроем ковчег. Надеюсь, я обратно смогу попасть. А, видите, под загрузку. Вот об... Вы чё? Я хотел музыку послушать. Вы слышали, как там была музыка? Это пип, пип. Я вам говорю, просто это можно вырезать и в треке. Вот. Из-за этого я решил не играть. В Rage? Первое. Из-за мышки. Плавность нулевая. Второе. Из-за вот это самого графониума. Давайте кэш текстур. Малый, большой только. Детализация текстур. А, не хочу. Окей. Вот это типа низкое возьмем. Я не знаю, на что например. О. Хорошо. Теперь хотя бы мышка более-менее приятная стала. Да, при ходьбе, FPS. Страшно, вырубай. На меня даже не прогруженный враг напал. Ну это как понимаете, не понимаю. Сложно. Эй, ты! Иди сюда! Окей, приятели, сейчас я встану, подожди. На меня тут просто только что напали. Вот эти вот ребята. Так, я понял, нужно немного настроить управление. Давай. Управление. Быстрое сохранение в 5, в 9. И идти вперед. Так, пробел, shift, присесть. Эта клавиша уже другой действие, ладно, отменить, допустим. Управление оружием, активировать. А что у меня, чем оно занято? Окей, пускай будет F. Ну, C. Короче, какие-то чуваки... довольно опасные, наверное. Опасно, залезай. Опаснее, чем вот эта вся игра. И то я боюсь, если я сейчас зайду. О, там у него фигурка из этого. Думаю. Я боюсь, если я сейчас. Давай, залезай в баги. Да, подожди. Так, снаряжений. Так, данные у нас нету. Какие-то инструменты. У нас есть оружие стоять. А где? Ну, у нас есть кулаки и дробаш с 12 патронами. Так, костюм из ковчега. Так, это главный герой. Время в игре 3 минуты. Стандартный костюм из ковчега. Убита. Маньяк. Я не знаю, что забита.
Ща. Ладно, неважно, ладно, неважно, неважно, неважно. Ладно, ой, ты ж, ё-моё, вот это подгрузка. Слушай, я боюсь, если я сейчас сяду, у меня игра вылетит. Здравствуй, игра, я не знаю, какого это года. Давай, залезай в баги. Уговорил, уговорил, приятель. У тебя есть вопросы, но нам надо шевелиться. У меня вопросы насчет оптимизации игры, если... Баги, ты тут повсюду. Пора валить. А, давай, валим. Если мы сейчас поедем... Я Дэн Хагар, а твое имя, сукин сын, должно быть везунчик? Да, ты слыхал, я везунчик. Что за людей из ковчегов правительство дает кучу бабла? Нет, что? Я же только что вылез. Ты даже не знаешь ничего о правительстве. Так, алло, я только что вылез, короче, алло. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Спасибо. О, смотри. Дирижабль. Ой, там осьминог какой-то нарисован на камне. Так и это, слушай, я говорю. Я боюсь, что сейчас... Держись, бандиты! Да дай мне договорить! Оптимизация херовая. Ты видишь, мы едем, и просто прогрузка игры просто идет. Вот от... мишени вот! На спине не хватает твоему костюму. Я, если не буду на них смотреть, они меня не заметят. Я просто отвернусь. Они как у себя дома. Видите, ищут прогрузка. Черт, теперь у нас проблемы. Что, я аж отвернулся. Слушай, давай ехать. Эй, там нужна помощь. У меня есть дробовик, у тебя есть пистолет. Нужно спешить домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. И за тобой. Да, окей. Не, ну слушай, ну пока что... У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. Теория Хагара. О, подожди, а почему у нас просто все превратилось в пустошь, или земля просто опустилась? Да, вот и все. Дом, милый дом. Далеко. Далеко мы с тобой уехали. А я это свободный мир, ребята, то... Ну, только карта небольшая, конечно, если верить всем, так сказать, информации. Пожалуйста, не лагай. Я представляю, когда мы будем ездить с собственными руками на машину. Нужно поговорить. Ланчик, прикольно. Вылазь из баги. Ох, ё-моё. О, у тебя... Ничего себе. Сюда. Слушай, у тебя это, штурмовая... У тебя снайперка, дай снайперку. Вот я иду, оно, понимаете, прогружается, при этом лагает. Ах, а если я... Что у нас еще там было? Может, еще что-то выключить? Детализация, кэш текстур. Давайте возьмем кэш текстур. Сохранить. Я не знаю, прибавилась у нас оптимизация или нет. Мне кажется, немного еще хуже стало. Вот минус этой игры, почему я ее не хотел вообще. Почему я ее не хотел как бы проходить? Из-за вот этого. Вот все из-за вот этой вот хери. Все сохранилось. А, слушай, мне кажется, оно ничем не отличается, что я тут поставил, что это. Ух ты же, бля. А как слушай. Я буду. Спасая тебя, я сильно рискую. Лаги, бля. Че не могу взять? Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Вернешься живым, я дам тебе броню, прикроешь свой костюм из ковчега. Ну как, идет? А, да, окей. Так, разобраться с бандитами. В этом мире ценятся не слова, а дела. Так что бери так, с прилавка пистолеты и боеприпасы, садись в вездеход и отправляйся на север, к убежищу призраков. И не возвращайся, пока не уничтожишь всех. Сделай это, и тогда я дам тебе броню, которая подойдет к твоему костюму из ковчега. Ок.
Окей, то есть, я еще могу и отклонить. И вот еще. Эти бандиты легкая добыча. Для тебя. Вы люди из ковчегов какие-то особенные. Угу. Смотрите. О, ничего себе. Какой наравальерчик. Вот, карта. Какая оптимизированная карта. Открыть досье. Тап. Так, сесть на вездеход, взять пистолет и припасы. Хорошо, уничтожьте призраков в их логовом. Пистолет. Угу. Хорошо. Смотрите, сравним. Мини-карта. Оптимизированный персонаж. Хорошо, персонаж, да, он оптимизирован полностью, идеально. Почему не вся такая игра? Поймите, из-за того, что идет подгрузка мира, у меня идут лаги. Вот, даже сейчас, видите, я поворачиваюсь. Она не успевает, типа, оптимизироваться. И начинаются фризы. Снайперка. Полностью, идеально. Смотрим на бензобак. Ну, да, вот это, типа. На канистру. Классный микрофон. Мне нравится. Мне просто нравится. Вот. И что это? Скажите, как мне так играть? О, божечки. Я не знаю, давайте я что-то с этим сделаю. Попытаюсь. Угу, детализация текстур включена. Включена вертикальная. Может попытаться умная. Давайте умную включим. Главное, чтобы не было у меня лагов в самой игре. Ладно, поехали. Ой, хорошо, мне нравится. Смотрите, хотя бы не лагает во время езды. Может, это... X ускорение. Нет. Меня наебали. О, shift, это shift. Может, мы сможем этим людям тем помочь, помните? Кто-то залетающий херовина. Так, а можно ли мне посмотреть всю карту? Ага, бинты. Для тех случаев, когда скорость... Так, скорости там, наверное, не хватает. Скорость нанотроников, типа у меня самовосстанавливающий костюм будет? Весело. Так, а есть карта. Мне интересна карта. Дай мне выйти. Карта. Я хочу полностью... Нет, карта не открывается. И во время поездки я не могу стрелять. Вот это типа минус сейчас единственный. Ага. Так. Кулаки. Почти не глючная. Это единичка, да, у нас кулаки? Пистолет. Я еще видел дробовик. Ну, значит. Какая-то клавиша. Прошу, поясните мне за клавиши. Я, конечно, все понимаю, но этого я точно что-то не понимаю. Настройки. Клавиатура, мышь. Управление. Так, огонь. Предыдущее оружие. Так стоять. Я могу с помощью колесика это делать. Хорошо. Ладненько. Попытаюсь. Я не знаю. Вот эта синяя зона, это типа локация? Куда я могу входить, да? Я не хочу... Знаете, вот я еду, у меня такое чувство, что я сейчас сдохну от страха. Здрасте. Думаю, здесь нам стоит пешочком пройтись. Мне ужасно не нравится карта. Просто мини-карта ужасная.
Подожди, а могу я твой бачок чекнуть? Не могу. Так, почтовые ящики Stanley Express. Stanley Express всегда нужно... Так. Водители готовы перевозить грузы в экстремальных условиях. Дополнительную информацию можно получить в источнике. Угу. А источник у нас является... Где? Где у нас источник? Ну, это оружие. Походу мы... Ага, мы можем улучшать. Видите, даже предметы. Инженеры, подброд... Я не знаю... Снаряжение. Ладно, все, уйди, уйди. Блин, оно тоже управление здесь убого, типа, когда escape. Так. Ой, блядь. Зачем я запустил эту игру? Хорошая оптимизация, хороший графон, но игра 10 из 10. Это последняя, ребят, серия игры. Ой, боже, ладно. Идет сохранение игры. Угу. Ghost Hunts, предсказки, так. Ракетомет, лучшее оружие против гигантских противников. У нас еще есть гигантские противники. Какие-то не очень стрёмные, это не точно не рейдеры, какие-то монстры, что ли. Ой, смотрите, а вот здесь у нас... Так, грабим трупы. Вы можете обнаружить так мертвые тела, подобные так поближе, и нажмите А. Для пропускания одного... А у всех будут боеприпасы, ингредиенты и деньги. Ага. Смотрите, ну здесь хотя бы более-менее... Это чё? Ах ты. А. Пока ж... Ну, блин, чисто из-за графона мне... Это просто мыло. Не, знаешь, что, типа, рассказывали, что... Uncharted должно быть похуже? Но я чё-то не верю. Мне кажется, Uncharted будет получше, чем вот это. Потому что я сейчас играю. Или пытаюсь играть. Но все говорят... Игра шикарная, что ты тупишь. Прыгнуть. Я не прыгну. А вы знаете меня, я люблю все искать, лутать, поэтому... Цепь присесть. Я люблю еще стелс. Да. Хорошо бы украсить это место кровью. Плохая, я думаю, идея включить... Хотя мы можем его забрать. Да? Он внизу! Ты! За ним! А... Беру его на себя! Чё-то не очень. А как мне бросать бутылки? Там должны быть... Я должен научиться бросать бутылки, ребят. Или это все мы просто в мусор? Тряпки. Да, лаги жуткие. Так, дверь. Открывайте. Смотрите, апперкоты делает парень. Так, ломанный замок. Для открытия этой двери нужно замколомка. Замколомка. Ее, так, можно собрать на инженерном экране, если у вас есть схема и детали. Окей. Блин, мне не нравится графика. Ну хотя бы, ладно, графика, да? Ну чтобы не лагала сама по себе игра, когда я иду. Да я двигаюсь. То я двигаюсь, понимаете? И мне просто страшно
за то, что вот я сейчас повернусь, да, а мне будет пиздить толпа этих негров. Ну, не негры, да, они, пускай будут мулаты. Или какого-то цвета, подожди. А, он уже типа с обитаемой средой, короче, соединился и исчез немного. Так, у нас еще есть... Да, нашего... О, здравствуй, чашка. Газет. Вот почему ты не можешь унести компьютер? Смотри, тут журналы, компьютеры. Зато ты носишь чашки. Вон, телефон, тоже мусор. Разве это не мусор? Я не знаю, как эту игру вообще ценили по достоинству. Может, у меня просто фризы из-за того, что я ее снимаю. То, что я ее снимаю. Ну, смотрите, немного неправдоподобно. Ну, это вообще какие-то индийцы, не знаю, с трубками. А я стреляю ему в голову. Он такой, знаешь, я возьму, короче, ладошкой, немного прикроюсь, ты не против? И начинает на меня дальше нападать. Закрыто. Ребят, я говорю, закрыто. О, еще бутылка. Нет, смотрите, у меня пивная... Это что, деньги? Так, набор электрика. А, то есть оно все у нас добавляется все равно в инвентарь. Их ты. А, ясно. Короче, это, знаете... Там что-то есть, да, я хочу это. Коллекционная карта. Так, а немножко... Так, коллекционные карты. Коллекционные карты для игры Ярость. Объединяйте с начальным колодой. Так, подробности у Хендрика в источнике. Короче, здесь у нас еще какие-то игральные виды. Так, бинты. А тряпки лучше так потратить эти лохмотья, прежде чем заворачивать в них свои кровотечащие конечности. Постирать. Набор электрика. Различные провода, разъемы и другие части электропровода. Консервы. Консервы в пустошах. Кошачья еда считается деликатесом. Здравствуй, отсылочка к Mad Max'у. Только там была, кажется, собачья еда. Так, книги. Книги найдены в пустошах. Здравствуй, Fallout. Их никто не читает, они... Так, но они годятся для растопки. Хорошо. Пивные бутылки. Куча пустых бутылок. Ах, если бы в них было пиво. Да, наш друг оказывается алкаш. Мусор. Разнообразный хлам подойдет... Так. Продать его, он вам не пригодится. Добром. Здесь у нас ничего. Ну, смотрите, хотя бы вещи все у нас подсвечиваются. Ну, короче, они отлетают от одного, от двух выстрелов. Нужно было сложность легкую поставить, чтобы они вообще с одного отлетали. Я считаю, что это было бы более правдоподобно, и куда мне вообще идти? Нет. Он здесь! Ой-эй-эй! Слышь? Нечестно, нечестно, нечестно. Воу! Эй-эй-эй, мне не нравится. Давайте я вернусь обратно, слушайте. Ребят. Ребят, я просто прогуливался здесь. Ну-ну, что же нам Хагар тут прислал? Пистолет, ты это... Ты думаешь, к нам можно так просто ввалиться? На бойню его! Чё? Мой пистолет! Это мой пистолет! Джи-джи, пошёл не туда, всё, считай, просрал. Ты очнулся? Рад. Люблю, когда жертва всё видит и обещает... Тебе будет очень больно. Дефибриллятор. Вы при смерти на... Так, нанотроны в вашем теле могут ожидать... Так, оживить вас и нейтрализовать всех врагов поблизости. Нейтрализовать? Окей. Так, подождите, пока зарядятся узлы. Как только узлы будут заряжены, они и так встретятся на встрече друг с другом. Выстрелят. Нажмите, когда узлы пересекутся.
Так, если вы не успеете, они разлетятся в разные стороны и уже не встретятся, так что у вас только один шанс. Так, чем ближе друг к другу узлы, тем больше здоровье восстановится. А теперь пора начать дефибрилляцию, чтобы так прожить еще один день. А, то есть неважно, да, типа, будет они в линии или нет. А, они даже, получается, не удосужились мне ничего забрать. Ну, это тогда не опасно. Карта, мне нужна карта. Минус, здесь нету карты. Это просто здоровенный минус. Куча трупов. Дверь светится. Так, сохранение игры. Пустоши, опасное место. Сохранитесь пораньше и почаще. Так, а сохраняться будем так, да? Новое сохранение, конечно же. Убежище призраков у нас. Так, туда меня не впускает, в эту оргию трупов, так сказать. Думаю, что-то полезное. Пожалуйста, не пролагивай ты. Давайте по стелсу. Так. Пригнувшись, вы не можете незаметно подобраться к врагу. Ууу, стелс! Здравствуйте, стелс! Еще патроны, ребята. Это стелс. Нужно же чем-то сражаться. Чужак! Эй, слушай, я тут это... Вообще-то стелс подрубил. Как ты меня заметил? Там и сиди, так. Очень удобный, если что, прицел. Очень меткий пистолет. Я тебя по стене разматываю. Ой. Слушай. На мужика. А, у нас ХП. Или где наши ХП? Ребят, у нас ХП. Вон там. Ой. Да. Меткость. Вашу мать, как больно. Можно убить его. Ладно, попытаемся зазумиться. О, вот зум работает нормально. Короче, будем зумиться. А стелс, я как понял, мы можем подкрасться, но мы не можем ничего сделать дальше после этого. ХП у нас, походу, бесконечные. По-видимому. О, смотрите, что-то поднимается вверх. О, это ж этот. Ардроп. Это ардроп. Что? Что? Что такое? Что ты заметил? Почему ты вздыхаешь? Так, ребята, ваза, ничего ценного. Телек, ничего ценного. Фризы только, это вот, если бы игра была бы без фризов хотя бы, я не знаю, она бы стоила бы миллионы. Холодильник, там же точно бутылок нету, поэтому мы его открывать не будем. Не знаю, что это. А, это светильники, походу. Люблю лайки. Люблю лайки. Хотя бы патроны дают. Я его вижу. Давай хэд тебе пропишу. Ладно, хотя бы два попадания. Но я бы на самом деле сделал бы здесь одно попадание благодаря этим лагам. Пока ты убьешь врага, тебя уже самого убьют. А, везде двери у нас закрыты. А, единственное, что еще могу здесь сделать плюсиком, да? Ну, типа, да, хорошо, атмосфера. Это Mad Max, мало таких игр. Хорошо, плюсик.
Графон здоровенный минус. Где бы я поставил еще плюс? Это пасхалки. Да, в игре есть пасхалки, они довольно крутые. Так, я вижу на столе что-то очень довольно ценное. Пистолет пока что у нас будет основным, так сказать, орудием. До того момента, пока мы не найдем что-то более ценное. Он ко мне пишет, да? Как сказать, три пули... Пуля в голову считает мертвым. Ничего ценного. А что у нас по инвентарю? Персонаж. Ну, у нас есть бинты, которые я не вижу. Он здесь. Иди сюда. Хороший стелс, хороший графон, бомбы нам дали, гранаты, так, бросить, хорошие, да-да-да, я о том же, хорошее использование гранат. Так, клавиши, КГ, гранаты, гранаты. Активировать, огонь, присесть, атака, приближение, так-так-так, кулаки, пистолет, штурмовая винтовка, боевой дробовик, арбалет, буря, снайперская винтовка. Предмет, так, ракетомет, энергопушка, двухствольный дробовик, гвоздомет. Походу, это у нас двуствольный дробовик с вами. Гвоздемет у нас не отображается. Использовать. Ручный торм. А где у нас гранаты? Понятно. Либо я слепой, либо я что-то не вижу. Окей. Сколько раз escape нажал? Я думаю, много. Ну, патроны, да, мне не жалеют патронами. Дают куча. О, а теперь я могу ящики ломать. Самые худшие места — это когда маленькие комнаты ограничены, у тебя плюс лагает там где-то FPS. Вот, и как мне типа его убить по-тихому? Можно? Походу нельзя. Как вы видели, я попытался подойти к нему в спину, думал, может там есть типа анимация, чтобы типа по-тихому убить. Как в большинстве играх, конечно же, она была. Всадил в челика около десятки патронов. Конечно, мы живем дальше. Походу, они у нас перешли на новый уровень сложности, где нужно тратить целый магазин, чтобы их убить. Да, стелс здесь не помогает, враги все равно знают, где я нахожусь. А двери все равно у нас также не открываются. А говоря, слушай, мы все равно не откроемся, может на нас не тыкать. Так, ребята здесь не сидят. Они... Откуда? Нам нужна помощь! Давайте сюда! Он здесь! Все, меня больше здесь не... О! Смотрите, два выстрела. Он труп. Еще больше тебя не вижу. Снова же, я истекаю кровью, но я еще приму, если что. О, тут какая-то темная комната. Нет, тут походу все такие двери. Вылазь, опарыш. Я его вижу. Воу-воу-воу, походу мне. Мне это не нравится. Круто.
Вот одно попадание в голову. О! Вернуться в обратно. Все? Я справился. Мы справились. Я справился. И никаких багов. Не, ну это это ясно, понятно. Но я уверен стопудов, что тут еще что-то есть. Именно вот здесь. Вот тут. Куда нас, конечно. А, не. А, да. Они впустят. Хорошо. Поехали. Хотя бы, надеюсь, в таких моментах нельзя стрелять. Так, вернитесь к Дэнни Хагао. А, мы бы вернулись, но... Как вы помните... О, тихо! Мусор. А мы с вами не пошли еще в другую сторону. Потому что... У нас он задыхается. Еще один минус я сразу даю игре, потому что это нереалистично. Походу у нас какой-то специальный был человек, да? Не зря же его именно взяли в избранных, так сказать, из 10, где там было, или 8 человек. Что он вот пробежал немножечко, да? И все. И скажи, у меня вот уже одышка, я не могу двигаться, поэтому как-то так. Так, здесь нас схватили и потянули вверх. Так, стоять. Все равно это все не открывается. А лифты не работают. Секретного больше ничего нет, ну тогда давайте возвращаться. Походу там только были патроны у нас. Если ты будешь так задыхаться, мне кажется, легче уже на картонах двигаться. А, стоять. В принципе, он ходит почти же так же, как и на картонах ходит. Поэтому я не удивлен, если мы будем всю игру на картонах ходить. Эй, тихо. Это я все равно не могу брать. Так, что мы с вами раздобыли? Смотри, ага, у нас есть для случаев, когда вы не боитесь запасных, так, запачкать все вокруг. Хотя, ну, смотрите, все-таки что-то да есть. Выходим. Сейчас, короче, вернемся. Осматривайте трупы, чтобы найти боеприпасы, ингредиенты и другие предметы. Вестерленд. Они решили, игра на русском уже давно, как сказать, русифицирована, да, легализована, и у нас все равно почему-то название локации на английском. Ладно. Я не знаю, нужно будет посмотреть в интернете о других... Это ихняя машина. Ну ладно. Хотя бы можно уехать. Да, все-таки у нас локации подсвечены синим. Значит, у нас просто здесь дорога пустая, что ли? Видно. Не, хотя мы когда ехали в ту местность, там да что-то да было. О, здорово. Ты ведь не хочешь спуститься в канализацию? А чё, плохо? В канализации опасно, понял? Опасно! Там мутанты хранят все, что находят. Говорят, там много ценного, только они это снимают с трупов. Ну, если смотреть, что у нас половину инвентаря забито, еще нет трупов... Не, нужно сначала все-таки съездить. Рыжуля. Нет. Мурчик. Новый кошак, Мурчик. Вам полетели, я думаю, побыть. Вау. Все, у нас перегорел, похоже. А, не, я могу все-таки все равно юзать. Так, территория Хагаром. Кровь тогда тоже была.
Так, торговцы, не забывайте навещать Халика, торговца в поселении Хагар. Может подобрать ему все... Так, мусор найденный, хорошо. Собранный, найденный. Ты да, Хаг. Молодец. Спасибо. Ты всем нам помог. Спасибо. Вот тебе обещанная броня. Но, как видишь, у нас проблемы. В руках. То, что мне нужно. Слушай, пока тебя не было, на поселение напали. Да, я видел кучка кровь. Кучка каких-то неизвестных бандитов. У тебя в руках они ключ. Ничего не взяли, а просто нет, пришли ключ, убивать. У нас есть раненые. И? За холмом есть еще одно поселение. Это друзья, хоть и держатся особняком. У них есть то, что нам нужно. Передай письмо Риктору. Он все сделает. Если поможешь, я попрошу механика в городе подогнать тебе багги. Что скажешь? Так, медикаменты. Нам снова нужна твоя помощь. На поселение напали бандиты. Мы отбили атаку, и, к счастью, никто из наших не погиб. Но нам очень нужны медикаменты. Отправляйся на запад к нефтяникам. И передай это письмо. Так, Риктеру и предводителю. Он знает, что делать. Принеси мне медикаменты, и тогда я попрошу механика починить тебе... А, починить для тебя баги. Добро. Спасибо. У тебя действительно есть все, что нужно? Боеприпасы, крылопалки? Если нет, поговори с Халиком. Он там, под старым знаком. Вот это... Нет, не Халик. Беким, привет. Поспеши, если на нас снова нападут, припасы нам так понадобятся. Спасибо. Окей, ну короче, я думаю, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Я попробую что-то посмотреть, если это только у меня такие фрезы и вообще такая оптимизация. Тогда что-то попытаюсь с этим сделать, если нет, то, увы, будем так и проходить игру. Поэтому всем пока.